Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня сарделька, и сегодня у нас будет архидемон. Интересные архи. Урон по зоне вызывает монстров, плюс имеет иммунитет к уменьшению энергии. На этого архи нужен космо. Сарделька, сейчас мы начнем с сардельки, потом перейдем на другой этот. На другой аккаунт. Так, кого возьмем? Тыковку. Так. Нас тут по сути ничего не спасет, я вам сразу говорю. Почему ничего не спасет? Потому что все и так печально. Видите, он бьет по зоне, станет. Плюс дополнительно его приспешники, которые реально шатают, имеют восьмой разброс, и это очень печально все. То есть он не увеличивает его атаку, как видите, он как бешеный бьет. И мы, соответственно, ничего сделать не можем. Посмотрите, какая у него скорость атаки. С приспешниками. Ничего тогда. Попробуйте что-то сделать при такой скорости атаки. Конечно, заряжает он реально очень прикольно. Ну, как видите, можно пробовать танчить, ставить Фрейю, ставить дальников и дальниками набивать без доната. Это у кого есть Фрея с утеканием. То есть такой вариант есть, но у вас должны быть все дальники и они должны загреться еще при условии том, что загреться на голубя. Ну, то есть можно поставить ремочку на нее, если у вас есть ремка свободная на фрей, чтобы она выпустила голубя, а не загреться, и потом выпустить всех дальников, и таким образом можно хоть что-то набить. Ну, в любом случае, 2 миллиона мы уже набили. Давайте еще разок, еще заходик. К сожалению, у меня тут, смотрите, я сейчас стартану с фрея. Он просто подбежит близко к фрее. Видите, он слил ее и все. Дальше уже все печально. Ну, то есть, вариант такой есть. Для бездонатов, у кого есть ремка, есть фрея. Но опять же, вы без тыковки много не набьете. То есть, это тоже учитывайте. Такс. Поехали. Сейчас вам покажу, как его бить с космо. Ну, я уже не один раз показывал, но я вам буду показывать, потому что многие все время спрашивают, как же все-таки его бить. Что-то только открылся, что ли? Итак, поехали. Космо, ну, желательно, конечно, космо. У меня тут подашка, я живо. Ну, мы возьмем с подашкой, пусть будет. Ремка, подашка. Ну, в принципе, дракончик тут и не нужен, но он имеет неплохую скорость атаки. Ладно, возьмем так, сделаем. По снаряге, не знаю, сейчас попробуем переролить. Хоть какого-то пиромага словить. Смотришь 80 коробок по сравнению с своим английским сервером. Это реально печаль. Так, отлично. Первый собран. Поехали дальше. Воодушевление, ангел есть. Дальше берем укротителя, раскол второй есть. Берем химку, берем ведьму.
и Огника. Ну, в данном случае у меня такой вот Огник. Все, поехали. Вот видите, 4 набивают. Мы сейчас должны больше, чем 4 набить. Так. Стартовать мы будем с Огника, ставим его первым. Пиковка Космо. Можно Лазулю брать, но Космо поинтереснее. В Лазули, кстати, разрывы есть. Так, кого мы пропустили? Ведьму пропустили. Вот плюс ведьма. И вот стартуем, начиная с Огника. Можно, в принципе, пробовать на Космо не ставить. Ставить что-то другое, не ПДшку. Можно поставить там тот же самый Раскол. Либо Палантик Смотрителя. Ну, как-то, видите, запаздываем. Ну, не хватает прорывов. То есть, я бью героями без прорывов. На китайке даже лучше уже герои, чем здесь. И силы больше. Твинки обогнали основу. Да, даже в 4, я смотрю, так по разгону не догоняем. Вот вам прикол. А я здесь же и скиллы даже не качал еще. Я даже последнего героя здесь не выбил. Настолько забил на этот сервер. Да, разница очень заметна. Посмотрите предыдущие арки, я в конце вам добавлю видосы прикрепленные, там увидите 20-м прорывом, 30-м, насколько разница. Такие же фактически сборки. Да, маловато, маловато. Я сейчас даже за 40 секунд не убью. Странный какой-то урон такой. Хотя вроде криты вылетают, но видите, что-то не хватает ему. Вообще 3176. Странно. Очень странный урон. Вроде как бы все нормально. А, блин, Огник не тот. Вот это я лоханулся. Сейчас мы возьмем того Огника. Я смотрю, что-то не так. Смотрим разницу, ребят.
Но проскакивает стан очень странно. Ну, посмотрим разницу. Огник без таланта и без эмблемы. И огник такой. С талантом и с эмблемой. Хоть увидим разницу, сколько прибавка будет. Тоже, в принципе, интересно. Тут, по-моему, получше результаты 4 должны добить уже, надеюсь. Надо будет следующий тест попробовать заагрить на тыковку. Посмотрим этот же состав, я его менять не буду. Постараюсь вам с утра записать. Или завтра днем. Да, тут. Ух ты, ничего себе, ничего себе. Видали, как на тыковку напали? Ну, тут должно 4 набиться, я надеюсь. Да, 4 есть. Четыре 192, то есть насколько разница. Поменяли просто одного этого. Так, окей, это мы бьем, ребят, без прокачек. Ну, тут видите, ребята, с прокачками, с прорывами. Я прорывы не качаю на русском сервере. Такой вот составчик, попробую завтра другой состав вам показать и попробуем стартануть с тыковки, посмотреть, как же будет, когда будет агр на тыковку. Правда, там есть опасность того, что когда вылезут приспешники, они будут забирать энергию, она не будет успевать набирать. Ну, посмотрим. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.